Часть свежей кулинарной энциклопедии «Комсомольской правды», которая вышла, хотел сказать, в эфир, но в том числе и в эфир. Да, буквально вышла. Вот наши гости будут представлять и рассказывать о том, какие здесь рецепты собраны, и частично готовить. Представляем. Варвара Рудовская, руководитель отдела специальных проектов. Доброе утро. Доброе утро. И Марина Шагаева, бренд-менеджер, которая будет нам сегодня что-то готовить. Да, так, давайте начнем, наверное, мы с приготовления. Расскажите, что будем делать. Да, ну мы выбрали рецепт, естественно, из нашей новой кулинарной энциклопедии, так как она на букву А. Мы нашли здесь рецепт про апельсин. Будем готовить очень легкие салаты из апельсинов с мятой. Отлично. Да, поэтому я начинаю готовить. А готовим, вы тогда да, приступайте, мы побольше вот эту энциклопедию, и заодно готова, я так понимаю, что подарить ее. Ну, действительно, вы произнесли слово энциклопедия, это верно. В отличие от обычной кулинарной книги, где просто рецепты, здесь есть все. Вот любое слово на букву А, так или иначе имеющее отношение к кулинарии, пожалуйста. У меня да? Б, да. А-ля кяхт, у вас Б. Здесь есть все о посуде, все о кулинарных советах, о продуктах, о различных кухнях народов мира. Да? Вот если мы начнем листать на букву А, пожалуйста. Айвар. Да, вот банкет есть. Да, айвар. Айлазан. То есть это еще, помимо того, что это интересно, полезно, вкусно и очень просто, это еще очень познавательно, да? И очень действительно можно расширить свои знания, да? Любопытное чтение, честно скажем. И вот давайте я, допустим, для ваших телезрителей замечательных сейчас и загадаю такой вопрос. Ну и дадим варианты ответа. Итак, АИ. Блок. Я сидел у окна в переполненном зале, где топили смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо АИ. Ну и вариантов у нас два. Первое – лимонад, второе – шампанское. Пожалуйста. То есть вот АИ догадаться, что такое? Что такое АИ? Что имел в виду блок? Да. Звоните прямо по телефону. Незнакомки, да. Вот сейчас по телефону прямого эфира 276-263, энциклопедия да, вашей энциклопедия в подарок. Я напоминаю да, нашим замечательным красноярцам, что эта энциклопедия уже в киосках и в почтовых отделениях Красноярского края. Первый том обычно это наш подарок. Он стоит 119 рублей всего, плюс стоимость газеты. И далее каждый новый том кулинарной энциклопедии выходит каждые две недели, его стоимость будет 219 рублей, плюс стоимость газеты. Но вы видите, что книга замечательная, красивые иллюстрации, очень несложные рецепты, всегда есть калорийность блюд, всегда есть как готовить, очень много полезных советов. Ну и все-все-все, салаты, супы, второе, мясное, да, горячее. Никаких народов собраны в книге? Абсолютно всех. Всех. Вот сколько есть в алфавите, да, букв, столько и будет. Ну и мы понимаем, да, что это есть, если это А, это и австралийская, и армянская, ну различные блюда же они разные, да, вот, например, смотрим. Антикучес. Блюдо, популярное в Боливии и Перу. А давайте пока вот вернемся к Марине, узнаем, какое блюдо она готовит сейчас, вот в данном случае, ну, некие такие этапы расскажите, я понимаю, что там да, все, ну, может быть, и не успеем, но... Да, но я думаю, все успеем, потому что время приготовления 10 минут, но мы тут немного были подготовлены. У нас есть апельсины, мы их почистили, порезали, мята также свеженькая. Мы в Сибири, но это можно найти в магазинах, конечно, поверьте. Да, ну, по рецепту здесь, значит, у нас нужно было выбрать и два вида апельсинов, но мы тоже, напоминаю, в Сибири нашли только один вид апельсинов. Хочу сказать домохозяйкам, не раз. Ну, смотрите, можно добавить лимон, да, в принципе? Да, ну, лимон у нас пойдет для заправочки. Он у нас входит в рецепт, потому что сейчас я разложу апельсины и сделаю заправку из оливкового масла, перца и соли. Все это сверху украшу, полью, украшу веточками свежей мяты, и получится такая замечательная закусочка из апельсинов. Я вот смотрю, что еще есть время приготовления, да, каждого блюда, что да, очень удобно. Да, и калорийность, что очень важно. Вот на сколько порций, получается, на 4 порции время приготовления 10 минут, а калорийность 49. А, ну, Варвара, скажите, вот... да, у нас есть ответ. Телезрители дозвонили за нас. Доброе утро, здравствуйте, слушаем вас. Алло, доброе утро. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Татьяна? Да. Татьяна, итак, правильный ответ – это шампанское или лимонад? Какой я думаю, что это шампанское. Совершенно верно, да. Правильно. Вы получаете нашу замечательную кулинарную энциклопедию.
Спасибо вам большое. Ждем вас. Спасибо. Варвара, скажите, вот я тут смотрю том 2, Б, да, у меня в руках, вот здесь прошу показать. И тут написано, ну, вот как в энциклопедиях, буквы там до каких там, без строганов заканчиваются. Конечно. Это еще не все. Конечно, смотрите, у нас минимум, да, 20, минимум 20 томов будет в энциклопедии. Почему мы ее еще сделали? Вы знаете, что у «Комсомольской правды», ну, коллекции просто очень много, да, различных. И была очень популярная коллекция «Кухни народов мира». И вот здесь наши читатели буквально попросили, сделайте еще что-нибудь на тему кулинарии. Ну, что-то вот как раз развивающее для эрудиции, познавательное. И вот такая замечательная коллекция вышла. Поэтому мы будем очень рады, если она вам понравится. Тут потому что здесь все, же да? истории, да, здесь даже есть диеты для девушек, да. Вот вы сказали без строганов. Посмотрите, вот любое, откройте блюдо, давайте погадаем. Открывайте любую страницу. Ну, вот я открыл, это вам ваша любимая девушка приготовит. Что у вас получилось? Бакербези. Правильно я произношу. Бакербези или печеный горох. Печеный немецкое горох. Какое-то, видимо, немецкое блюдо. Ну вот о чем и речь. Очень много различных блюд. Марина вот не случайно сегодня готовит салат. Мы же готовимся к Новому году, да? А, очень быстро. Все знают, что в год обезьянки на столе должно быть очень-очень много фруктов и овощей. Обязательно, естественно. О, пахло, бананы, да. Апельсины, различные фрукты. Ничего желательно, чтобы там особенно мясного не было. А вот все легкое, веселое, игривое. Все, как любит обезьянка. Поэтому Марина готовит. Да, есть банановый шейк даже. Мы советуем. Да-да, вот я тут нашел. А вот тут есть даже вот бамбук, допустим, да, тут написано, ну, естественно, что такое бамбук. Это он, курица с побегами бамбука. Рецепт вьетнамской кухни. Ну, вот бамбук, конечно, сложно достать в Сибири, но попробовать можно. Смотрите, и вот что такое бамбуковая посуда, да? Конечно, все описывается. Да, посуды вообще различные варианты могут быть. Чем одна хороша, чем другая лучше. Естественно, какие-то легенды, потому что мы что-то знаем, да, а здесь вы узнаете все и обо всем. Как раз про легенды мы сегодня в своем эфире говорим о них, какие-то мифы, может быть, развеяны. Ну, расскажите, знаете, кулинарную легенду. Ну, какие? Ну, есть, например, такие? У красноярцев, да, так как, собственно, у россиян два любимых салата, это, безусловно, оливье и цезарь, да? Ну, да. Ну, так вот без тот же салат цезарь, как вы, наверное, знаете, ну, никак не связан с Юлием Цезарем. Это было так звали американского повара итальянского происхождения, когда у него было очень много гостей в зале в День независимости США, ничего у него не оставалось на кухне, вот он смешал остатки, и получился такой замечательный салат, который мы все очень любим. Вот его как раз и звали Цезарь. И, кстати, в нашей кулинарной энциклопедии, безусловно, будут и Цезарь, и оливье. Оливье тоже замечательная легенда, да? Как повар запах, французский. Да. Запах потрясающий. Запах Нового года, мне кажется. Готовая закусочка такая новогодняя. Еще раз. Название ее правильно, как звучит? Ну, это салат из апельсинов с мятой. Очень быстрый в приготовлении. Это такая необычная закуска, где фрукты именно смешиваются, поливаются маслом, добавляется перчик, внимание. И, я думаю, очень прекрасное такое блюдо к новогоднему столу. И можно таких рецептов очень много найти в нашей кулинарной энциклопедии. Ну, что ж, спасибо. Марина Шагаева, бренд-менеджер «Комсомольской правды», и Варвара Рудовская, руководитель отдела специальных проектов, были у нас в гостях, готовили блюда, рассказывали об интересной кулинарной энциклопедии. Можно найти в киосках. Спасибо вам за то, что пришли.